Здоров, братва! С вами Миха, это Танки Онлайн и моя рубрика «Снайпер». Я, как всегда, не помню, какой там по счету выпуск, но думаю, что это не так важно. Для тех, кто на канале недавно, я поясню. Смысл этой рубрики заключается в том, чтобы на этом аккаунте играть только на пушке Шафт, как прям настоящий снайпер. Ну и, в общем-то, я здесь, кто не знает, коплю на комплект под названием «Пиранья», который в себя включает Шафт М1 и Харька М1. Ну и, соответственно, модуль защитный тоже, я так полагаю, что от Шафта. Так вот, мне тут, если честно, этот комплект будет доступен уже со следующего звания. Сейчас у меня звание штаб-сержант, и буквально через 200, там даже чуть меньше единиц опыта, у меня будет звание сержант. Но проблема, блин, в том, что в гараже у нас этот комплект пока не появился. Поэтому я просто в этом видосе, думаю, получу звонку и дальше буду ждать этот комплект. А давайте сразу в битву перейдем. Я люблю играть в режиме команда на команду. Давайте, знаете как, сейчас как только в битву меня закинет, я к вам вернусь, чтобы вот эту всю фигню не смотреть. Итак, закидывает меня на карту полигон. Для Шафта, в общем-то, довольно неплохая карта. И, кстати, база синих вообще капец как для Шафта подходит. Потому что можно, давайте сразу минечку поставим. Можно встать вот в это место и замечательно делать скиллы. Простреливается у них, ну, практически вся база. Если, конечно, наши командники тупить не будут. И, в общем-то, смотрите, первая жертва, Титан. Бабах на респ, чувак, до свидания. Я на самом деле, ребята, не хотел записывать видос на этом аккаунте, но мне тут недавно ВКонтакте написал один товарищ, я так понимаю, это мой подписчик. Блин, и вот чё никто не едет, а? Так вот, он мне написал такую тему, что... Ух ты, ух ты, ух ты, нарезб, чувак. Что он... Ему очень понравилась моя рубрика «Снайпер», и он пересмотрел все выпуски этой рубрики. А я, для тех, кто не знает, напомню, что их уже больше 20 штук точно. Смотрите, я в пушку ему попаду. Да блин, чуваки. Опа. Отлично, нарезб. А их больше 25 штук. Я на самом деле от этого просто офигел. И по большому счету, вот этот видос, он просто попросил почаще ее снимать. И по сути, вот этот видос я записываю вот прям исключительно для этого человека. Поэтому, дружище, если ты смотришь этот видос, а я думаю, так как это рубрика «Снайпер», то ты по-любому его смотришь, то знаешь, что... Этот видос я снимаю вот прям, как говорится, special for you. Так, чё там у нас? Я думаю, надо ДДшечку занарить. Куда-то опять все спрятались. Звонки, конечно, так себе попались. Низкие, я бы сказал. Так, ну и чё, и где у них все? Пацаны, ну вы где все? Так, вот, смотрю, там кто-то был. Мне кажется, сейчас есть смысл прям на центр встать, потому что нас особо никто не атакует. И меня, мне кажется, даже на центре бить не будут. Блин, ну у них даже сверху респов... О-о-о, тихо-тихо. Давай-давай-давай, быстрее, блин. Но этого я уже на респ не отправлю, потому что была бы у меня ДДшка, он сейчас, конечно, снова улетел на респ. Так, я, короче, меняю позицию. Смотрите, а что делает тот парень? Опа, уже ничего не делает. Ну и такое бывает. Так, тихо-тихо, там вот мой конкурент. Вот тут вот неплохая позиция. Точно-точно-точно. Во, что у них там происходит-то, ребята? Это просто капец. Блин, надо было мне сразу сюда вставать. Смотрите, 16-6 счет. Это просто ж капец, как мы нагибаем. Ну, такого же быть не должно, правильно? Где баланс-то, ребята? Где баланс? Опа, Титан на респ. Офигенно. Просто найс. Кстати, я думаю, тут имеет смысл заминироваться. Хотя, наверное, особого смысла и в этом нету. Потому что, ну, смотрите, нас вообще не атакуют. Мы просто их вот как мясо. Опять на респ, чувак. Ну, что ж такое? Так, кто-то по мне начинает там... палить. Эй, чувак, ты чё? А, ты хотел овер? Блин, у меня сейчас овер. Так, а я отсюда прострелю его. Смотрите, на ДДшке какой блатной-то. Эй, смока, смока, иди сюда. Ну, хрен туда тебя, не овер. Вот здесь вот, я думаю, правильно будет поставить две миночки. И таким образом я уже защищен. Так, сейчас Титан отправлю на респ. Вообще прям на изи-катке. Хлобейс, Вася, до свидания. Мне просто капец как нравится играть. Блин, вот я... Просто меня бесит играть... Когда против меня в команде противника эти, как их, шафты. Потому что меня дико напрягает, когда меня ваншотят с одной плюхи. Но в то же время мне капец какое удовольствие доставляет играть на самому на шафте. Это реально круто. Это просто круто. Наикрутейший, я бы сказал. Так, опа.
Оба-на! Вот это нифига себе! Вы гляньте, в какую щелочку я его прострелил. Ну это ж вообще капец. Так, надо вот эту добивать. Опа, хорош, хорош. Хорош, хорош, как говорится. Блин, преимущество у нас, конечно, просто колоссальнейшее, потому что вы сами видите, что творится со счетом. Ну, я даже не знаю. Вот я стою и, блин, я, наверное, эту битву вообще на ноль отыграю. Смотрите, вот тот вот гром на меня агрится вообще без конца. Я его выносил-то вроде не так много раз. Опа, чувак. Он, смотри, кабуроньку занарил. Ну, молодец, молодец. А может, и не занарил, может, просто у него там прокачанный викинг. И я с одной плюхи не ДДшной его нифига не ваншочу. Опа. Готов. Блин, там смока опасно ездит. Вон она, ребят, видите? И что-то у меня такое предчувствие, что она едет именно ко мне прям. Вот уж я не знаю, почему так. В минус надо ее кинуть. Нет, нифига, чувак, это мое. Это мне нужнее, извини. Блин, хотел добить вот этого челика. Ну, смотрите, там мои минки тащат, это круто. Минки я, как говорится, ставить умею. Даже кто-то мне писал в комментах под видео, что нужно запатентовать мою фразу. Я когда-то сказал на видосе, что грамотно поставленная минка решает исход битвы. Это на самом деле во многом так. Во многом, ребята, так. Опа! Да, блин, попал в щит! Или нет, или я все-таки убил его? Не, вроде нифига не убил. А, так, 26 на 55. Мне кажется, ребята, я сыграю еще одну битву, ну потому что это на самом деле ни о чем. Да блин, киллы у меня начали тырить. Ну вы смотрите, как так можно играть. Кстати, на этом аккаунте я, ребята, в друзья вообще практически никого не буду добавлять. Есть аккаунты, на которых я добавляю в друзья, вот на них заявки и кидайте. На этом аккаунте я принимать никого не буду. Так... Так, так, так. Это опять же не из-за того, что я какой-то там вредный чел. Просто, чтобы мне не мешали, скажем так, наслаждаться игрой. Я иногда, бывает, хочу просто один поиграть. Опа, спасибо, братишка. Ты просто космос. Молоток, молоток. Вот не все все-таки ненавидят шафтов. Некоторые даже овердрайвы раздают. Блин, да что ж вы... Опять этот гром. Откуда он лупит опять? Откуда, я не пойму. А, вон откуда. Ты глянь-ка. Вот сволочь, а. Вот он, вот он. Ну тебе хана, Вася. Вы видали, что с ним было? Он что-то... А, брат, держи, держи. Все взаимно. Мне дали, я отдал, все четко. Мне кажется, так и надо поступать. А вот еще один Васек у них тут. Спрятался. Но он, наверное, меня уже запалил. Наверное, нет смысла его караулить. А может и нет. Блин, ну куда все делись-то, ребята? Опа, до свидания. Ух ты, вон там двое стоят, аж два челика. Еще минуту играть. Минута это на самом деле вообще ни о чем. Надо сначала вот эту лупануть, потому что он меня больше всего напрягает. А потом уж и того Васпика. Чувак, давай овер. О, смотрите, новобранец, куда меня вообще закинуло? Со мной в одной битве новобранец, блин. Вы что, угораете что ли? Что-то странно на самом деле какая-то катка. Неудивительно, что мы так нагибаем. Еще бы сержанты там против новобранцев. Вот этот Вася не ко мне случайно едет? Ой, мне кажется, ко мне. Блин, как он минки объезжает? Собака просто берет и минки объезжает. Пацаны, гасите его, пожалуйста. Давай, толкай его на минки. Все, красава. Опа, у парня тоже звание. По-моему, звание рядовой он получил. Молоток, молоток. Так, это кто тут у нас? Опа! Я промахнулся. Ну ничего, навыки снайпера, они приходят, как говорится, с опытом. Да вообще все приходит с опытом. 15 секунд, и скорее всего я эту битву отстоял на 0. То есть меня ни разу не убили. Это круто. Так, попаду в уголочек? Нет, нифига не попал. Опа, опять я промазал. Да блин, откуда? Какой неугомонный. Смотрите, 24 на 0. Это капец. Конечно, я занял не первое место... Но, тем не менее, я думаю, очень достойно отыграл. Короче, битва получилась коротенькая. Я думаю, давайте еще в одну пойдем. Кстати, кудзи... О, две заданки выполнил, нифига себе. Так, а давайте еще в контроль точки я пойду. Окей, давайте я просто нажму продолжить. Просто ребята тоже просили битвы записывать, ну, скажем так, подлиннее. Я раньше, на самом деле, еще когда не записывал видосы, ну, я тогда начинал записывать, но особо так не старался. Потому что я когда-то записывал, потом... А практически на год переставал записывать. Так, это первый килл.
Нифига себе, вот это он мне лупанул, конечно. Ну ничего, я ему достойно ответил. А так вот, я помню, тогда были у нас видосы по... Ой, видосы, блин. Были битвы по 15 минут. Это на самом деле было очень круто. А сейчас битва 8 минут. Ну, ребят, что такое 8 минут? Ну это ни о чем же, согласитесь. А поэтому сегодня будет две каточки. Так, 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 так. Кто у нас там едет? Чувак, ты бы мне не мешал, вот реально. Нет, он стоит прямо передо мной. ДЦПшник, блин, я из-за него промазал. Вот надо тебе рельсу сбить такому скоту за то, что ты такой неадекват. Видишь же, что стоит снайпер, стреляет. Кто это там у нас? Опа. Так, вот это мне, конечно, надо валить. В полете прям замечательно, замечательно. Вот тут в кустиках, на самом деле, можно... Давайте вот тут вот заминируемся. Точно, я вот здесь вот и буду сейчас стоять. Так, кто там? Кто там, кто там, кто там? В мою сторону вроде ребят не смотрят. А нет, вот этот Твинс теперь смотрит. Хлобысь, уже не смотрит. Не, прикольно. Просто офигительно играть на шафте. Когда ты реально с одной плюхи выносишь любой корпус. Хлоп и все. Я даже полную... Ой, тихо-тихо-тихо. Я даже полную зарядку не набираю. Так, я надеюсь, он сейчас по мне не будет гасить. Так, на-ка. Так, не, надо вот эту Васька, это, убирать. Блин, он мне что, сбил прицел, что ли, сволочь? Походу, да, походу, так и есть. Что-то у них он кувыркается огнемет, я еще не понимаю, что он делает, акробат, что ли, какой-то? Давай, поворачивайся. Бах! Нарез, чувак. Ё-моё, вот о чем я говорил! Давай, на минке подорвись, Вася. Ну, кто-нибудь загасить его, красава. Блин, а чё никто не страхует вообще? Откуда он ко мне приехал? Ну, так нельзя, ребята. Меня надо страховать. Блин, что у них делает огнемет? Вы смотрите. Он просто въезжает на мост, а потом прыгает с него. Смотрите, он сейчас опять будет заезжать. Еще опять спрыгнет. Или нет? Опа. До свидания, чувак. Как говорится, нарезп. Нарезп, нарезп. Так, ко мне заехали вот отсюда. Я думаю, вот здесь вот надо миночку поставить. Аккуратненькую такую. И аптеку занарить. Потому что по ХП у меня вообще ни о чем. Опа. О, у меня есть овер. Овер это всегда круто. Этот Вася опять, мне кажется, этот он ко мне подъехал, сволочь такая. Так, братишка, давай-ка, давай-ка, давай-ка вот так вот мы сделаем. Опа, красава, все, пошел нагибать, пошел. Пошел, чувак, давай, ты лучший. Кстати, я попаду вот в эту Васька. Нет, уже нифига не попаду. Но, блин, мне жалко тратить заряд. А тут никого нету. Печально. Вообще печально, вообще капец. Ой, блин. Так, смотрите, едет прям целенаправленно за мной. А-ха-ха-ха! Вот, ребята, я вам что говорил про минки. Минки реально тащат. Не, вот этот говноед теперь по-любому будет за мной кататься. Я думаю, есть смысл позицию, ну, в общем-то, сменить. Есть смысл позицию сменить. Я, правда, нифига не знаю, откуда он сейчас поедет. Можно вот тут вот на мосту, на самом деле, стоять. Тоже неплохо. Так, 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 так. Что-то я пока не вижу этого огнемета. Мне на самом деле что-то хочется его прям вынести. Потому что я думаю, он будет на меня охотиться. Так, и вот где он. Я смотрю, там тоже. А вот он, ё-моё. Надо еще здесь. Вот он, смотрите, ребята. Опа. Так, вроде маленечко дал я ему. Ой, я ДДшку... Ай, опять минка тащит. Не, ребята, кто бы что ни говорил, минки реально тащит. Это что за кадр? Чувак, давай-ка на респ. Кстати, не я его убил. О, давай. Овер, давай, брат. Нет, он просто что-то сигналил, видимо, чтобы его пропустили. Нарезп, чувак. Нарезп. Тебе же сказали, нарезп. Какие проблемы? Так, где тут этот воспожига? У меня прям чуйка, что он меня сейчас будет гасить. Опа, чувак, нарезп. Или нет? Я сейчас что, вообще не попал? Или что? Опа. Зато поэтому попал. Опа. Блин, чего они все делают? Они как-то странно ездят. Так, тихо. Я все, я тебя понял. Блин, вот лежал овер, вообще был никому не нужен. Так, не, надо мне, конечно, валить отсюда, ребята. Так. Блин, там еще кто-то вон. В конце концов. Так, вот это надо отправить на респ. Замечательно. Так, миночку ставим аккуратненько. Делаем вот так вот.
Блин, да вы чё, ребята? Вы какие-то жесткие, я вам отвечаю. Так, этот минус. Сейчас будем... А, его уже отправили на респ. Так, не, пока вроде все четко удается. Это еще что за Вася тут? Блин, все под ДДшками, ёлы-палы. Ты посмотри на них. Так. Не, ну пока все неплохо, окей. Я думаю, надо еще вот здесь вот миночку одну поставить. И я вроде пока что остаюсь здесь. Так, 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 так. Вон тут огнемет едет. Опа! Попал по нему, попал. 1000 урона дал ему. Ну и его добили, круто. Так, где еще кто-то? Тут кто едет? Это не за мной, это не за мной. Окей. Блин, они что-то, мне кажется, тоже куда-то все начали убегать. Так, знаете, я сейчас откуда его вальну? Вот отсюда. Парень, ты меня видишь? А, я тебя вижу. Чувак, нарезп. Смотрите, 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 едет этот огнемет. Нет, все, его вынесли, круто. Так, ребята, ребята, ребята. О, это зря сюда чувак заехал, нарезп. Давайте все нарезп, я вам сказал. О, огнеметик. Готов, вообще с одной плюхи. Эй, чувак. О, все, круто. Блин, мы тут заминировались вообще просто... Как саперы какие-то. Бабах, чувак, нарезп. Так, и вот здесь вот одну минку. Гляньте, сколько вокруг меня мин. И это же просто капец. Ну, эту Васю, я думаю, вот так вот добью. И моя минка, конечно, затащила. Я же говорю, ребята, минки ставить надо уметь. Еще одного чувака нарезп. Не, ну это просто тотальный нагиб. Что та катка, что эта катка. Просто тотальнейший нагиб. Вроде звонки тут уже, ну, более-менее такие нормальные. Ну, сейчас Вася не доедет, мне кажется, до сюда. Бабах! Блин, они улетают просто, как я не знаю кто. Знаете, вот что... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, там та опасная жига едет. Да не, ну тут все в минах, он ко мне хрен проедет, на самом деле. Так, твинс. Нарезп, чувак. Просто теперь, наверное... О, кстати. Я же забыл в этом видосе опять о промокодах. Короче, блин, как я заехал неудачно. А для розыгрыша промокода в этом видосе в комментах под видео вместе со своим ником укажите кодовое слово нарезп. Опа, хорош, 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 хорош. Блин, третье место, ну тут тоже неплохо сыграл. Короче, ребята, пишите ник и смотрите, тоже 21 на 0. Я тоже тут ни разу не погиб, это круто. А пишите в комментариях свой игровой ник. Ну, вы в начале видоса, я думаю, видели заставку со всеми условиями. А, ну, так вот, про кодовые слова не забывайте. Короче, просто пишите нарезп. Вот, пишите свой ник и там через запятую, либо в скобках нарезп. А если ваш комментарий рандомайзер выберет, но там будет только ваш ник указан, то будет перевыбор, коммент ваш не победит. Короче, вот такой, ребята, видос получился. Жду я теперь здесь, пока мне станет доступен комплект пиранья. И, соответственно, у меня здесь уже 35 тысяч. Я напомню, стоит он где-то под 60. И у меня тут куча контейнеров, которые я копил, точнее 15 штук. Я их не открывал нифига. И как раз я их открою, как только этот комплект появится. Я надеюсь, мне там 1025 выпадет, и мне на этот комплект прям будет хватать с запасом. В общем, все, ребят, на этом заканчиваю. С вами был Миха. Огромное спасибо, что смотрите. Не пожалейте свой лайк. Мне, в общем-то, особо больше ничего и не нужно. Не болейте. До новых встреч. Thank you.